Когда я говорю об очищении кишечника, многие думают, что я имею в виду толстую кишку и какашки. Зачем мне очищать кишечник, если я и так каждый день какаю, говорят они. Ребята, вы не о том. Я говорю о загрязнении тонкого кишечника, который имеет внутри микроворсинчатую структуру. Питание современных людей – это в основном вареная и мучная еда. В пищеварительном тракте такая еда превращается в крахмалисто-клейстерный липкий комок, похожий на слизь, и эта слизь обволакивает каждую ворсиночку тонкого кишечника. В результате нарушается проникновение питательных веществ в кровь и, как следствие, клеточный голод, переедание, нарушение обмена веществ, лишний вес. А еще патогенная микрофлора, воспалительные процессы, синдром дырявого кишечника, хронические заболевания, вплоть до аутоиммунных процессов. Как же очистить тонкий кишечник? Для этого нам потребуются фруктовые кислоты, грубоволокнистая растительная пища, правильный питьевой режим, правильные адсорбенты, легкий голод и натуральные эфирные масла, которые можно применять внутрь. Как все это соединить в комплексе, читайте внизу в описании к этому видео.